Ребята, всем привет! Сегодня 18 июля, и я хочу вам показать прошлогодний свой эксперимент. Сразу хочу сказать, не обращайте внимания на то, что трава не покошена, у нас сломалась коса. Игорь одну запчасть заказал, все равно не получилось починить, сейчас вторую запчасть заказал, ждем. Так что, то, что травой заросло, не обращайте внимания, что не покошено. Здесь я сажала 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 головок было. Ой, 6 чисточинок было в одной головке. Такой лопатой мне не справиться. Пошла за другой. Так. Ну, начнем. В общем, вот. Сейчас, подождите. Так. Раз. Два. Ну, небольшие такие. В общем, это уж совсем маленькая. Это еще меньше получилось. Но зубчики чеснока такие приличные. Ну и вот. В общем, вот так вот у меня получилось. Вот такая вот, это вот самая большая луковица. Вот моя рука. Так, и обычный. Сейчас я попробую подкопнуть. У меня еще укроп посажен. А вот эта, она большая. Она одна была посажена. Вот моя рука. Прямо вот. Вот так какая. Большая, хорошая луковица. Ой, чесночинина, головка чеснока. Буду сейчас ее всю выкапывать. Всем пока и до новых встреч. Что получается? Вот часть чеснока я выкопала. Его промыла. Постелила картонку. И положила вот так вот его сушить. То есть здесь. Вот такие большие экземпляры есть. Вот такие маленькие экземпляры. Это вот то, что я сажала целой головкой по осени. То есть и большие есть от них. И есть вот такие вот маленькие. По нему вот прямо видно. Вот. То есть ну, мне такой вариант не устраивает. Вот. И вот эти тоже. Вот они все большие такие. Хорошие. Да они поодиночке росли. То есть вот. Вот эта вот часть высохнет. Я уберу на просушку дальше. И буду вторую часть выкапывать. На этом все. Всем пока. И до новых встреч.